Ко всеобщему облегчению они выбрались из зоны вылета. Но теперь, чтобы побороться за место в высшей лиге, придется играть буквально на пределе возможностей. Годин. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Судья позволяет продолжить атаку. Азар. Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то выронил по дороге. Зафиксировал судья нарушение, штраф отложил, а теперь получите и распишитесь. Ну, кто-то назовет его злопамятным, ну а кто-то, наоборот, справедливым. Джака! Какой был удар, но нет гола. Да, возможно, это был сейв матча. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Еленин. Ибрагимович. Моя Румба. Ба. Яо Куаси. Азар. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Забуксовала что-то атака, и теперь будет удар от ворот. Защитник перехватил передачу. Это может быть опасно. Маркизио. Моя Румба. Отлично. И это удар. Судья показывает, что будет угловой. Ибрагимович. Азар. Штрафной удар. Ну, здесь он, похоже, ударил просто ради того, чтобы ударить. Думаю, у него в голове сейчас крутится вопрос «Зачем?». Зачем я это сделал? Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Хорошая передача. Аут, но до штрафной рукой подать. Посмотрим, как они смогут разыграть этот стандарт. Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Неаккуратный пас, мяч выше. Ибрагимович. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Елене. Джака. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Теперь вот ударище просто. Мяч ушел на угловой.
Ибрагимович. Мяч летит в сторону ворот. Хорошо, атака развивается. Удар нужен. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Отличный навес. Вратарь решил отбить мяч. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. Это может быть опасная атака. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Пас с фланга. И защитник вовремя блокирует этот кросс. Аут, посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Ибрагимович. Классный отбор, можно играть. Судья позволяет продолжить атаку. Штрафной ставит судья. Мяч у соперника. Пока неплохо. Елене. И как пробил. Защита справляется. Азар. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Маркизио. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Потерял он мяч. Но кому он достанется? Хорошая возможность доставить мяч в штрафную. А там уже побороться. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Этот навес становится легкой добычей защитника. Судья решил добавить 3 минуты. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Азар. Посмотрим за этой атакой. Тут защита справляется, потеря мяча. Чуть-чуть поторопился игрок и попал в офсайд. Итак. Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Это может быть опасно. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Да, передач, конечно, много, вот только толку от них мало. Одна неточность, и вся эта атака загублена. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Детская ошибка, просто подарил он мяч сопернику. Маркизио. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Отлично сыграно. Надо решать. Остроумно сыгран. Вот это удар! Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Моя румба. Мяч перешел к другой команде. Джака. Грамотный пас, все по делу. Великолепный проникающий пас. Могло быть опасно, но защитник в последний момент подставил ногу.
Обостряет. Удар. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Яо Куаси. Тут может что-то получиться. Защитник перехватывает этот момент. Какой удар! Ба! Вратарь забирает этот мяч без особого труда. Да, там ничего сложного не было. Мяч от головы прилетел прямо в руки вратарю. И как опасно пробил! И справляется вратарь с этим ударом. Прекрасная передача. Ба! Могла команда сейчас выйти вперед, но на табло по-прежнему ничья. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Джак. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Ба. 20 минут осталось играть. Мяч у вратаря, все в порядке. Скидка на партнера. Следим дальше за этой атакой. Удар! Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Удар! Опасно! Гол! Команда забила и ведет в этом матче. Отличная атака. Отличный гол. Вот тут, если бы промахнулся игрок после такого навеса, уже, наверное, на скамейке бы сидел. Изумительная подача, просто идеальная. Повтор гола нам показывает. Да, отличный навес и великолепный удар. Все получилось очень просто. Четверть часа еще играть командам до конца основного времени матча. Отличный пас в разрез. Опасно! Азар. Вот так бывает. Мяч оказывается в сетке от своего же. Автогол. Трибуны свистят. А как еще может быть после автогола? Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Неточный удар. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Посмотрим за этой атакой. Вот это удар! Такое впечатление, целил в угловой флаг. Мяч потерян. Получает мяч на ходу. Джака! Мяч летит в сторону ворот. Надо забивать и гол! Ну, здесь налицо ошибка голкипера. Не сумел он удержать мяч в руках и сразу за это поплатился. Я думаю, высказывает сейчас что-то голкипер игрокам обороны, но тут ситуация как в пословице. Нечего, дорогой мой, на зеркало пенить. Да-да, дальше мы знаем, все именно так. Атака остановлена, но кто получит мяч? Отлично сыграно, надо решать. Великолепно исполненный пас в разрез. Защита справляется. Мяч покинул пределы поля. Елене. Есть варианты, куда сделать пас. Яо Куаси. И как пробил. Ты знаешь, я когда был маленький, всегда болел за слабых на самом деле. И сегодня вот как-то поневоле хотел... Надо забивать! Какой сейв! Вратарь творит чудеса! Будет угловой удар. Выходит голкипер, и опасность миновала.
Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Пока неплохо. Удар! Опасно! И есть гол! Итак, продолжается демонстрация очевидного превосходства. Да, они гораздо сильнее и завершают замечательное выступление команды потрясающим голом. Вот молодцы. Этот гол никак не меняет расстановку сил в матче. Однако порадовать своих болельщиков команда старается. Удар! Опасно! Отличный пас в разрез. Опасно! Азар! Вот так. Получает мяч на ходу. Жака! Мяч летит в сторону. Пока неплохо. Удар! Опасно!